Всем общий салам, пацаны, у микрофона по цене пакетика на своя, как всегда, я, Серго Лепард, и сегодня у нас будет колесо фортуны. Я буду ролить случайные числа, каждое число имеет за собой оружие, с которым я буду играть, и для еще большего усложнения я буду ролить скины, с которыми должен буду проиграть целый кап. Хочу, чтобы ты поставил заранее лайк на это видео, потому что я уверен, что оно тебе понравится, а если нет, то ну ничего не мешает в конце его тебе убрать, верно? Плюс ко всему, у тебя есть возможность выиграть 100 рубчинских. Чтобы их забрать, тебе нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать любой позитивный комментарий. Если хотите играть вместе со мной, то я бегаю на Эвольвике, мой сервачок это Saint Louis, и при регистрации вводите мой промокод хэштег Лепард, за него вы получите кучу XP, денег и бонусов, и также на третьем уровне пишите мне в личные сообщения ВКонтакте, и я лично от себя накину вам еще монет и помогу с прокачкой аккаунта. У меня все, желаю приятного аппетита всем смотрящим. Итак, сначала будем ролить скин, с кином мы будем играть, нажимаем. Итак, 274 скин, и теперь выбираем оружие от 1 до 7, генерировать 6. 6 у нас это что? 6 это М4, хорошо. С каждым оружием я буду играть примерно по 2, наверное, с половиной минуты, по 3, короче, посмотрим. Делаем здесь скин какой там, 274, да, был, по-моему. Скин, кстати, достаточно удобный, так что нормально. Дом на колесах, ой-ой-ой, как же он далеко. Врагов, кстати, у нас сейчас 27 человек, на 2 больше, чем нас, так что кап будет нормальный. Также огромное спасибо каждому, кто регается на мой промокод. У нас уже почти топ-20 по рефералам, так что, парни, поднажмите. Надеюсь, после этого ролика мы поднимемся в топе, и все будет зашибательно. И, кстати, тера у нас очень хорошая, потому как раз-таки под М4. А где все враги? Их же больше, чем нас. О, фраг. Мне даже подходить не придется. Зараблю? Зарабил просто последним патроном, его убил. Изи. Изи, дабл фраг. Трипл фраг за М4, ху-ху. Имба оружие вообще. Вот, например, Чубзик бежит, а мы ему уже тычку дали. Все, он уже в тильте. Так, пацан, иди сюда. Я так уверенно выбегаю, как будто я с диглом. Еще один фраг, отлично. Сгенерировать и... Это рифла, что? Теперь мы будем с кемперить сидеть. Не, ну впритык-то к нему. О, попал. Я его убил, что? Ха-ха. Вот это самый неожиданный фраг в моей жизни, наверное, был. По колесам? Что, я кого-то убил? Ну, это забавно, на самом деле. Мне нравится скимпы стрелять. Так, сюда. О, даже так фраг дал. Но скимпу я должен признать, геймплей он более такой динамичный, скажем так. Я бы, конечно, мог сыграть как какой-нибудь обычный игрок. Ого, два патрона так попал. Фазумом. Ну, меня застилили его, я считаю. Я, конечно, мог бы, как обычный игрок какой-то, сидеть и просто крысить. Но я думаю, это было бы никому не интересно, поэтому я буду бегать вот так вот и пытаться... Он сбивает, черт возьми. Так. Ну я ему столько тычек дал, там десл просто, ну он на одну тычку остался буквально. На две скимпы, на одну сдекла. Он еще кого-то убил, что? Ну, так, ладно, я думаю, снайперки достаточно, поэтому можно ролить снова. МП5, господи, какое же сегодня колоритное оружие у нас. У меня скиллов на это оружие нету. Сейчас перебьют. Может, по одному патрону? Как с этого оружия вообще стрелять? О, первый фраг есть. В спину. Накидываем, как крысы. Заодно можно скиллы прокачать. Чуваки уже заехали, надо бегом просто бежать за этими фрагами, чтобы хоть кого-то забрать, потому что у нас чуваки просто забирают всех, кого только видят. Фраг застилили с кайфом. Вон, сзади стоит кто-то. А он тоже без скиллов стоит, ему вообще пофигу. Ну ладно. Изи, 100% скиллов, осталось только калаш прокачать. Все, теперь можно даже слайдить с этим оружием, попробовать как-то играть. Блин, к сожалению, кап уже кончился, никто не задлил его. Так, попали ли мы в топ? 10 на 1, всего один раз мы умерли. И мы, да, мы заняли 5-е место даже. Неплохо, я считаю. Вот, но я думаю, надо сходить еще на один кап, потому что, ну иначе этого мало, ничего интересного особо не получилось. Было прикольных моментов пару. Вот, поэтому увидимся на следующем капте. Итак, зашел я на второй сервер, здесь у нас кап против рифы, снова альтабаемся, делаем, получается, ролл. Сначала выбираем оружие у нас опять М4, и теперь скины от 1 до 311, 142. Ты мой брат любимый. Ты мой тоже, я тебя так ценю. Ой, как же я ценю. О, что? У него хп не убавлялись, он резко умер от меня. Ой, это сейчас столько фрагов будет. Все, М4 достреливает. Так. Почти дорабил его. Так, второй. Меня тоже рабит в клетку. Давай, кто кого? Ты или я? Ну ладно, он испугался. Так. Вот этого. Ну. Но он бессмертен. Сколько патронов надо в него всадить? Так, убил. Он щитом. Нет.
Если его перестреляю на М4, когда он с зиглом, это будет вообще что-то с чем-то. Патроны кончились. Нет, 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 нет. Надо срочно, срочно отходить за стеночку. Там 100% килл был для него, но что-то пошло не так. Оп, снова он. Снова он бежит. За деревом спрятался. Ах ты мышь такая. Блин, ёк ПРСТ. Давай, добить. Доби... Он какой-то вообще бессмертный. Говорю, видимо, щит его спасает. Как же хорошо, что здесь в этой игре простреливается машина. Что? Почему она перестала простреливаться? Это что это? Это у меня прям доставка? Это доставка фрагов сейчас была? Я прав? Я правильно понимаю? А может на кулак его взять? Может на кулак его взять? Блин, его застилили. О, черт, я почти Андрея взял на кулак. Снова фраги. Снова фраги. Нет, 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 только не выходите на меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, надо вниз сфигать. Он тоже с М4. 9 хп, точнее, 19. Почти, почти убили. А я сейчас спину. А я в спину. Араблю. Заарабил. Как... Господи, какой же я папа. Теперь хилимся, хилимся. Все, на меня всем пофиг стало, я сейчас резко спину обойду, просто и заараблю их. Вот это да. Так. Ой, это тот чел, который меня арабил. Он теперь он с диглом. Так, снова фраг, снова фраг. От 1 до 7, что же нам выпадет? 3, 3 у нас это что? Это шотган, наконец-то новое оружие. Шотганчиком вообще легко стрелять, просто считайте, это имба оружие, каждая тычка стан, просто в упор подходишь, там по 50, по 46 кп снимаешь, просто имбища, а не пушка. А еще если человек не знает, прячется за текстурой, то ее можно прострелить благодаря этому оружию, но если кто-то вдруг не знал. Да, вот, например, в спину заходишь, изи фраг, изи, изи, просто убиваем мы до них. А это тот чел щитом, да? Да, это он. Ну что, братан, давай теперь с тобой постреляемся снова. Вот еще один бежит. Что-то все пока идет как по маслу. Вам такое не кажется? Настолько идеально, что такого быть аж не может. Кстати, шотган еще плюс сэшить, может, кто не знал. Во, видали? Вот про что я и говорил. То есть чел уже ушел за текстуру, а его просто дробью пришибло. Сейчас я своему за игру зарую, видите? Я своего заставил, его из-за этого убили, и сейчас я просто заберу себе фраг. Заберу себе фраг. Опа. Это что, фражик? Это фражик, это нам надо. Блин, 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 не получилось забрать. Ну что же это такое? Все стилят. Тот самый Алежандро Торрес, который опять меня за секунду чуть не убил. Ну что это такое? Застилить? Застилил. Все, внимание не обращает. Мы перелезли. Во, видите? Вот видите, про что я говорю? То есть он просто стоит там буквально на краю, а я по ним попадаю. Кстати, с тенями это реально имба. Я знаю, с какой стороны чувак выйдет. Вот сейчас, например. И просто даю ему. Мне бы за ту машинку как бы добраться. Капстат спишем. 11 на 4. Итого я попал. Я даже топ-3 занял, представляете?